За знания и развитие государственного языка теперь награждают. Сегодня состоялось вручение премии Акима области победителям конкурса «Тыржана Шыры». В конкурсе участвовали представители различных учреждений, этнокультурных объединений, журналисты и студенческая молодежь. Среди лауреатов конкурса и корреспонденты Первого Карагандинского. Победители и лауреаты премии Акима области – это люди, которые внесли свой вклад в развитие государственного языка. Кто-то из них знает его в совершенстве, кто-то активно пропагандирует изучение, а некоторые ищут пути развития казахского языка в Казахстане. Из 60 претендентов выбрали 10 лучших. Конкурс «Тыржана Шыры» проводится впервые и отныне будет ежегодным, отметил глава региона Абильгази Кусаинов. За два десятилетия в нашей стране сформированы базовые ценности казахстанского пути развития – свобода, единство, стабильность, процветание. В достижении этих великих ценностей большая роль отводится государственному языку. Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем послании народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» нашим главным преимуществом назвал многонациональность и многоязычие. К слову, в настоящее время казахский язык изучает свыше 1000 госслужащих, и более 80% из них являются представителями некоренной национальности. Николай Смолин среди них. Сегодня он стал победителем номинации «Казахский язык – мое будущее». Государственный язык студент знает в совершенстве. С раннего детства, проживая в Каркаралинске, он общался с друзьями только на казахском языке. Для меня это очень похвально, то, что я знаю казахский язык, и то, что был удостоен сегодня такой премии «Тыржана Шыры», премии Акима области. Я очень благодарен комитету по развитию языков за то, что всегда меня поддерживали, то, что участвовал во многих конкурсах. Для меня это очень важно, думаю. И в будущем казахский язык для меня очень много чего значит. Еще глава государства в своем послании народу Казахстана главным преимуществом страны назвал многонациональность и многоязычие. Управление по развитию языков уже несколько лет активно реализует языковую политику в нашем регионе. Надо расширить сферы влияния государственного языка, но в то же время надо не забывать проявлять заботу и другим языкам, которые народности, которые населяющие Карагандинскую область. Ведь Карагандинская область у нас многонациональная область, поэтому к этому вопросу Управление по развитию языков тоже уделяет большое внимание.